Сәлем бердім. Спорт ол денсаулық. Туып өскен өлкеңнің намысын қорғау, чемпион атану. Алайда бүгінде кейбір жерлестеріміз бұл сөздің мағынасын керісінше түсініп жүрген сыңайлы. Кім жайында айтып жатыр деп отырған шығарсыз. Топжарғанмен бірге болыңыз, бұл сауалдың жауабын міндет түрде айтамыз. Менің есімім Сарбина Залдабергенова, бүгінгі бағдарламада. Оңтүстік спортшыларына елбасы қандай сый жасады? Документы. Это большое спасибо. Мұз сарайындағы алаңшаның ата-аналардың айқай шуынан еріп кетуі қауіпі бар. Немесе, қысқы спорт түрлері мектебіндегі жаңадау. Хорошо, даже дело не в этом. Вы за это увольняете? Ел мақтанышы Шымкентте. Бүгінде шымкенттік жеңіл атлетшілер телпегін биікке лақтырып, қуанышы қойына симауда. Енді қыстың күні көшеде қалмайтын болдық деп қуанат жерлестеріміз. Оған негізде бар, орталық стадионның жанында жаңа спорттық манеж бой көтерді. Добрый день. Комплекс легкой атлетики оснащен по современным требованиям и соответствует стандартам. Объект новый. Его строительство завершилось в сентябре. Стоимость проекта чуть больше 600 миллионов тенге. Тренер с гордостью докладывает президенту, что в таком комплексе можно смело проводить соревнования республиканского масштаба. Да и молодые таланты есть, претендующие на звание чемпионов. По тройном прыжке мастер спорта республика Казахстан 16-12. Это молодой, он еще перспективный, так что... Проблем нет, есть и молодежь есть, растет. В беседе со спортсменами и тренерским составом глава государства отметил, что теперь, имея все условия, в области надо развивать отдельные виды легкой атлетики и растить молодых чемпионов. Смотрите, бокс там более-менее, хотя тоже, борьба у нас есть, не, ну... хоккей там играют. А вот по легкой атлетике у нас, ну, вообще ничего. Ну, по легкой атлетике чемпионка, у нас мировой, серебряный призер чемпионата мира у нас есть. Рыпакова, в тройном прыжке. Она ЦСКА? Мало. Нет, мало. 10 лицензий есть в Казахстане на Олимпийские игры. Прыжки, высоту у нас нету. И высоту есть. 100-метровки у нас нету. Стайеров нет у нас тоже. Стайеров нету, нету, да. Для стартового стимула развития новой ветви легкой атлетики президент вручил спортсменам ключи от нового автобуса. Вот там стоит автобус для вас. Для это для области. Да. Спасибо, большое, ой, большое спасибо. Вот документы. Это большое спасибо. Все, чтобы спортсмены могли ездить. Ездить спортсмены. Спасибо большое. Мы же не можем, например, все пойти, да, к Жанату. У него группа не резиновая. Это, например, Жанат тренер, да? Там он занимается, ну неудобно, например, время для нас. Но все же мы не можем к нему пойти. Боксеры, тренера по хоккею преподают. Понимаете? Арзан, я да, урсыз бумайдугай. Бізде бұл мектеп ашылғанына бір жылдай болып қалды. Өздеріңіз білесіздер, мына мұз сарайда жақсы жұмыс істеп жатқанына бір жылдық көлемінде болып қалды. Какие проблемы? Я думаю, проблемы. В форме была проблема, но форму школа уже обеспечила. Бұл қандай даудамай? Қайдан шыққан? Айқай деп жатқан шығарсыз. Бағдарлама кейіпкермен танысып алайық, содан кейін ата-аналардың жан айқайына да көңіл бөлеміз. Перспективный, юный, но несмотря на возраст, опытный баскетболист Александр Агарычев – настоящая находка для любой юношеской баскетбольной команды. Восходящая звезда казахстанского спорта, Александр родился и вырос в Шымкенте. 7 лет назад он впервые пришел в баскетбол. Пришел и остался. Ну, я пошел в школу, наверное, из-за моего роста меня заметил тренер и пригласил. Вскоре я пришел и начал играть в баскетбол. С опытом уже добился, попал в областную команду и начал играть. Но настоящее его восхождение началось в составе юношеской сборной области. Команда единогласно выбрала Александра своим капитаном. Это звание баскетболист оправдывает уже на протяжении 4 лет. Он как бы лидер команды, он подсказывает команде и при защите, и при нападении. От него зависит многое, настроение ребят перед началом игры. В конце, как бы после игры, все разбор, он начинает первый, потом мы тренера помогаем уже. 2011 год стал для Александра Агарычева успешным. Баскетболист находится в прекрасной спортивной форме. На прошедшем чемпионате Казахстана Александр вошел в пятерку лучших баскетболистов страны. По мнению 12 тренеров, это, которые участвовали в команде в этом дюбле, в чемпионате Казахстана, по мнению 12 тренеров он попал в пятерку, плюс федерация баскетбола увидела. И это все решается у нас, смотрят другие тренера, выбирают пятерку лучших в чемпионате.
После республиканского первенства Александром заинтересовались лучшие баскетбольные команды страны. Недавно наш земляк получил приглашение от команды «Астана», которая играет в высшей лиге. Но как истинный патриот Александр отказался от такого предложения. Расставаться с родной командой он пока не хочет. Ну, это своя команда, я уже с ней не первый год вместе играю. Пока не хочу с ними расставаться. Вся команда же, ну, как семья уже идет. Ему было сейчас уже как бы мужскую команду пора уже. По своему возрасту он практически соперников равных нет у него. Несмотря на такие достижения и большой интерес к его персоне, Александр остается скромным парнем. За столько лет, сколько с ним работаем, я ни разу не видел, чтобы у него была вот эта звездная болезнь. Он всегда какой был, такой и остается. Сейчас Александр Агарычев – кандидат в мастера спорта. У него есть все шансы, чтобы стать профессиональным игроком. Рост, скорость, ну, точность броска, наверное, все. Ну, рост есть, скорость нормальная, ну, бросок пойдет. Александр заканчивает школу. Сразу после окончания 11 класса спортсмен должен перейти во взрослую команду. Вот тогда начнется борьба за перспективного баскетболиста, считает тренер. Но Александр со своим будущим еще не определился. Он одновременно хочет продолжить спортивную карьеру и пойти по стопам отца, офицера. На следующий год? Не знаю, поступлю, наверное. Да. В Алматы пойду поступать на военное училище. Дальше, если получится, в Россию поеду. Ну, может, в России займусь дальше баскетболом. Впрочем, если поступит предложение играть за взрослую сборную, Александр вряд ли откажется, говорит его тренер. А пока баскетболист тренируется в своей команде и готовится к прощальному чемпионату Казахстана для юношей, который пройдет весной в следующем году. Осыдан 2 жылдай уақыт алдын болған проблемалар. Бүгінде мұз айдынның басшылығы ауысып, қысқы спорт түрлерінен мектепте ашып алдық. Чемпиондарымыз да бар деп қуандық. Алайда қуанышымыз ұзаққа бармады. Неге? Әлде көз өтті ме екен? Бүгінде мұз сарайында айқай-шудың дауысы жиі шығатын болған. Дауысын көтеріп, ұрыс іздеген кім болды екен? Жақындап қарасақ, осындағы бапкер болып шықты. И сейчас у детей юга, у южан, у наших детей, появился шанс играть в хоккей. У них, наверное, глазки говорят, ребят, наверное, много, да, которые хотят заниматься хоккеем. Ну, конечно, ребят очень много, и мы вот с ними целый год вместе, и были, конечно, и плохие, и хорошие. Но я думаю, вот у нас еще один есть тренер, Олег Юрьевич Левиков, он тоже собрался уходить. Просто этим тренерам никакие не создают нормальные условия для работы просто. А они тренера от Бога. Вы можете сами прийти и посмотреть. А почему хотят уходить? В чем проблема? Проблема, ну, проблем, конечно, очень много. В вашей передаче, наверное, их не расскажешь. Может, родители мои расскажут побольше. Ну, не хватает формы, надо побольше выезда детей. И руководство, наверное, школы должно быть профессионалы в зимних видах спорта. Я вот так считаю. Вот сейчас поднимаете эти темы,
Не боитесь, что вас завтра уволят или без работы останетесь? Да не, у меня работа, меня приглашают 10-15 приглашений у меня есть. Меня приглашают в Бишкек на работу, меня приглашали в мегацентр. Мне в Актау открывался мегацентр, приглашали директором туда. Я просто люблю свой город. Да, вот мне все говорили, тогда директор, когда зарплату здесь не платят. И это же люди, они ничего не знают, правильно? А мы 2 года здесь. Здесь людям зарплату не платили по 4 месяца, правильно? Никому ничего не надо было. Дворец закрыли, 8 миллионов у нас долг был, свет. Вы же знаете эти проблемы, правильно? Когда потолок вот сыпался этот сверху, все это... Есть просто человек, который, я думаю, если я не буду эти проблемы, да, поднимать, наверное, я просто уважать себя не буду. Расында да, проблема көп пе? Бұл сауалдың жауабын іздеп көрдік. Шымкенттік хоккейшілерге мұндай деңгейге жету үшін қанша уақыт қажет екенін бүгінде болжау мүмкін емес. Біріншіден спортшыларымыздың жасы тым кішкентай. Екіншіден хоккей қымбат спорт түрлерінің бірі. Қалалық спорт мектебінің бюджеті оны көтер алмасы айдан анық. В первую очередь решили, да, набрали квалифицированных специалистов, чтобы не было... Вот специалист, например, Алия Юсупова же, она бокс не может же преподавать. Так же и я не иду же фехтование преподавать или легкую атлетику, правильно? Специалист должен свои быть специализации, специалист. И им создать нормальные условия для работы. Бастауыш хоккейшінің спорттық киімі 50 мың теңгедей тұрады. Әрбір атананың қалтасы көтере бермесі сөзсіз. Ал мектеп құрама команданы киіндіруге ғана шамамыз жетеді дейді. Жоқ, ондай проблема жоқ. Ол Елмир деген өзі ойынан шығарып айтып жатыр. Мысалы, спортивный форма жөніне келетін болсақ, ол айтқан проблеманың шығайшы жоқ. Барлығында хоккей формалары бар, Воротарский 2 форма бар қақпашылардың. Қазіргі уақытта, биылғы жылы осы Қазан айының 22-сі мен 30 аралығында Рудный қаласында Қазақстан Республикасының 2002 жылғы туылған жасөспірімдер арасында біріншілігінің бірінші туры өтеді. Соған қазіргі уақытта біздің хоккейшілер дайын тұрсында, олар 22-сі күні Рудный қаласында жүріп кетеді. У меня ребята в сборной 2002 года и из группы Эльмира Талгатыча и Олега Юрьевича, с моей группы, с Мырзахметова группы и с Келебаева группы. То есть 5 групп мы собрали ребят, я не думаю, что нет. Ребята все сыгранные уже нормально. То есть, как такового разделения нет в команде. Жанат қала құрама командасының аға бапкері. Бүгінде ол балаларды жарысқа дайындауда. Какие проблемы? Я думал, проблемы. В форме была проблема, но форму школа уже обеспечила. Полностью комплект. То есть мы собираемся на чемпионат Республики Казахстан. 2002 годом заявились. Сейчас форма в полном комплекте для ребят есть. Мы за вот 2-й год еще никуда не выезжали. Хотя все, и фигуристы, и шорт-трек, и фристайл, и все виды спорта ездили. Наши дети дальше Чимкента никуда не выезжали. А они должны выезжать 3-4 раза в год хотя бы, чтобы у них была игровая практика. Бір спорттық мектептің қос бапкерінің жауабын тыңдап, жаңылысып та кеттік. Оларға ата-аналардың арызын қосқанда тіптен кімнің сөзіне сенерімізде түсінбей дал болдық. Қала әкіміне бір топ ата-ана арыз хатты жазып үлгеріпті. Алайда балаларды бұл проблемалар аса толғандырмайды. Олардың алдында жалғыз мақсат тұр. Ол кәсіби хоккейші атанып әлемді көру. Бұл тұста алғашқы қадамын жасауға да дайын. Бірнеше күннен кейін ел чемпионатына жол тартпақ. Илмир Каримов, бұл азамат кім? Хоккейден спорт шеберімін дейді ол өзі. Алайда спорт мектебінің басшылығы оның сөзін теріске шығаруда. Сонда қалай болғаны? Я начинал в 10 лет в Ташкенте, потом в 17 лет уехал в Металлург Челябинск, жил в общежитии, без родителей. Потом 2 года был в Новосибирске, играл в Сибирь, Новосибирск против ЦСКА, против Третьяка, против Фетисова. Закончил в Иштале, в Ижевской команде. Енді атаналар бар енді. Жаңа өзіңізді байқап қалдыңыздар. Бірек атана, жаңады Илмирдің сөзін сөйлеп атыр. Мен айтам, оның жоғары білімі жоқ. Жаңады Қазақстан, Өзбекстан Республикасы еңбегі сіңген спорт шебері дейді. Мен куәлік көрсетіңіз. Оған куәлік музейде дейді. Бұйты ол спорт шебері, заслуженный емес жаңа. Сіңген емес, просто спорт шебері деген.
соны көрсет, ағасын музейде сақталып отырған. Мен 15 жылдан бері үлкен спортта жүріп, куәліктің бәрі өзім қолымда. Мен музейге берсем де, басқа жерсем ол куәлік өзімде қалады. Мен тек жаңағыдай копиясын беремін. Бұл берсем естелікке өзімнің жаңағыдай боксасқан формамды беруім мүмкін. Болмаса перчатканы беремін. Сөйтіп жазам. Келешекте жас боксшыларға үлкен жеңіс тілеймін деп сонда тілекпен беремін. А бұл бұның именно спорт шебері куәлігін неге соқта музейде сақтап отыр? Менде сұрақ туындап отыр. А у вас квалификация есть тренера? Да, у меня сертификаты, вы сами видели, и лицензия на тренерскую работу. Сколько лет работали тренером? Ну, я тренером работал, ну, у меня педстаж 22 года, педагогический стаж. Ну, тренером работать, я, если 20 лет я проиграл в хоккей, наверное, я знаю все от и до в этом хоккее. Ну, хоккей знать одно, но быть тренером это совсем другое. Ну, согласитесь, да? И... Нет, ну, у меня, конечно, иное. Да? У меня, может быть, не такой большой стаж тренерской работы, но я даже проработал последнее у меня место работы в 22-й школе учителем физкультуры. Ну, это почти такая же тренерская работа. Тренерам не надо это знание где-то можно найти. Да? Говорят, я Тарасов говорил, тренерам надо родиться. Угу. Чтобы тренером быть, просто надо любить детей. Я думаю, остальное все придет. Кейіннен белгілі болғандай, бұл азаматпен спорттық мектеп келісім шартты ұзартпаған екен. Осыдан келіп, жұмыссыз қалған Эльмир ағаның сөзін сөйлейтін ата-аналар да көбейіп қалған. Второе. Вы не верите всем вот этим фотографиям, всем вот этим книгам. Вы зайдите в интернет, обратитесь к кредиту в конце концов. Вы мне покажите, пусть третьяк ко мне приедет. Это не главное. Это не главное, правда. Это не главное. Он единственный, он мне не может подозвать. У него нет диплома. Я говорю, мне покажите. Диплома? Какого нет диплома? Пусть именно физика. Диплома о высшем образовании. Зачем вы так говорите? Саня, здравствуйте. Меня зовут Шулпа. Насчет 22 стажа, 5 стажа Каримова. У меня трудовая книга. Пожалуйста, ознакомьтесь. Он работал охранником везде. Пожалуйста. Так, стоп. У него, пожалуйста. Вот тут в школе, я точно просто знаю, как родительница, что у него есть трудовая книжка, другая. Пусть просто... покажет другую. А почему? Она есть в спортивной школе, заверенная нотариусом. Вам предоставили нет. Совершенно другие документы. Нет. Я у него где в личном деле сама лично. Ладно, хорошо, смотрите. Это не важно. Это не важно, хорошо. Так, важно то. Дальше. У него дальше. Есть диплом о высшем образовании. О чем вы говорите, что у него заслуженный нет? Заслуженный мастер спорта, корочка. Хорошо, предоставит он дальше. Пусть предоставит. Дело не хорошо, в этом. Даже дело не смотрите, в этом. Вы за этого увольняете? Нет. На каком основании? Я вам прямой вопрос задаю. У него трудовой договор закончился срок. 17 сентября. А его когда уволили? Извините. Когда? Вы меня послушаете? Теперь вы дали ему, кто вы, не знаю, уведомление вы ему дали? Вот если по закону, по трудовому законодательству, за несколько дней до этого вы должны дать уведомление. Первое. Вы не дали. На один день продлевается все, он автоматом остается дальше. Это не важно. 5 минут его не было, мало ли что было у человека, да? Кто это был, я не знаю. Акты. Вы его ознакомили с этими актами? Он подписал? Да. Нет. Теперь есть тут группа родителей. Они это мы хотим как родители выразить свою, как сказать, обеспокоенность, что он не сдавал. Но они сейчас где тренируются? Ну, вот, они тренируются вот у кого? Ну, это тренировка, которую обозначена Олег Юрьевич и Эльмир Талгатович. То есть два тренера, которым мы привели своих детей изначально. Вот. Нас устраивают оба тренера, квалифицированные, толковые, замечательно работают с детьми. У нас никаких вопросов к ним нету. Ходили сюда с помощью Рабата. Газета «Рабат» выходила в прошлом году в октябре. Я, думаю, прочитала газету «Рабат». Там была большая реклама, что мастер спорта по хоккею, заслуженный тренер будет преподавать. Поэтому мы привели ребенка сюда. За Эльмир Талгатович была фотография Эльмир Талгатович и Олег Юрьевич. Других тренеров не было. Мы вот зашли, увидели Эльмир Талгатович и Олег Юрьевич. Мы из-за этого пришли сюда, понимаете? Мы не видели больше никого, ни Ержана, никого. После этого все на рекламе, рекламу сделали на Эльмир Талгатович, на Олег Юрьевич. Теперь они не нужны, да. Понимаете? Теперь они не нужны. А теперь сделали... вот эти все остальные, да. они на наших глазах учились кататься, элементарно учились кататься. Ну как они могут быть тренерами? Когда в процессе тренировок, когда занимались, например, Олег Юрьевич, эти люди отрабатывали свои навыки хоккейные. Эта вся ерунда началась с, во-первых,
нам стали менять расписание, вы понимаете? Вот что дети учатся со второй смены, они не успевают на тренировки. В прошлом году всех время устраивало, все приходили. В этом году это для чего они сделали? Чтобы у нас половина детей бросили просто хоккей. Потому что их обычная школа не отпускает с уроков, понимаете? Как так можно сделать? Родители, родители скандалят, почему? То, что Ильмир Талгатович, может, с его ребята, с его подгруппы в основном. А у нас проблем нету, в нашей группе проблем нету, подгруппе. Кімнің сөзі дұрыс, ал қай жақ жалған сөйлеп жатқанын дөп басып айту қиын. Бір қарынмайды шүретіп жатқан арасында да осы азамат болғаны ма, әлде шындықты айтамын деп жүріп, өзбекстандық азамат жұмыссыз қалды ма? Одан кейін бізге сонда осы хат келген кейін біз оны тексердік. Комиссия құрып барлығы, жәнегідей именно жалобы дейміз ғой, соның пункт-пунктмен қай моменттерін бәрін жаңа тексеріп, бұл айтқанның бәрі шын айтқанда теріс болып шықты, өтірік болды айтайық та. Соны жаңа келіп екі күннен бері комиссия жұмыс істеп бәрін анықтадық. Бұл мәселе шешіліп қойған. Не себепті ата-аналар әлі күнге дейін ашуын баса алмай жүргені түсініксіз. Бапкер жұмыстан шығарылып, ал оның шәкірттері өзге жаттықтырушыларда дайындалуда. Жарысқа да шықпақ жоспарда екен. Бірден чемпиондарды тәрбиелеу қиын екені даусыз. Мүмкін ашуды кейінге сырып қойып, бірлесе шешу жолын іздестіру қажет шығар. Мәселен, мәнерлеп сырғанауда да проблемалар жеткілікті. Ол жақтың да ата-аналарының шыдамы таусылып барады. Алайда перзентінің жағдайын жасау үшін бәріне де дайын екенін айтады. Мы к полвосьмого приходим сюда. И они даже в 7 иногда приходим. Лишь бы только хоть полчаса, час, а группа, чтобы отдельно позанималась. Вот скоро у нас намечаются соревнования. Несколько областей пригласили в ноябре где-то. А программа не готова, потому что она практически не может с ними заниматься. Қысқы спорт түрлерінің арасынан мәнерлеп сырғанау аса сұраныста. Сол себепті де балалар қатаң іріктеуден өтеді. Ата-аналары қандай ауа-райы болмасын перзентін ертіп келіп, бірде-бір жаттығудан қалдырмайды. Қосымша тағы уақыт бөлсін депті талап етіп отыр. Вот у нас тренер один, Елена Владимировна. Она умеет, в общем, поставила скольжение, все, мы рады, что она пришла, мы ее еле уговорили на это, чтобы пришла на это самое. Но вот у нас проблемы то во льду, то во времени. Вот она жалуется, мы-то не знаем, как родители, но вот смотрим, она говорит, что времени мало. Самое мало, надо времени, 2 часа. А тут же много людей, много детей, видите, все хотят покататься. Не только покататься, а научиться именно. Вот она организовала эту группу спортивную, 10 человек. Я считаю, что с ними надо как-то немного отдельно, хотя бы час заниматься. А у нее ни времени, ни условий нет. Ал киім ауыстыру бөлмесіне келгенде ата-аналар жағы тіптен көзіне жасалады. Бала былай тұрсын, ересек азаматтардың өзі тоңып қалады. Ну, раздевалки у нас не оборудованы совсем, холодно, вот именно, да. Батареи еле теплятся. В раздевалке у нас очень неустроенные, быт неустроенный. Но на это мы уже глаза закрываем, лишь бы какой-то результат был. Дирекции и вообще все тренера хотят результата. А откуда результат, если ничего нету? Алайда бұл бөлмеге кім жауапты екенін билік басындағы ағалар өзара шеше алмай дабыл қағуда. Келісім шартта бұл мәселе қарастырылмағанға ұқсайды. Десек те, биыл мәнерлеп сырғаналдан алғашқы жүлде де оңтүстіктің қоржына түскен болатын. Бұл жеткіншектер де республикалық жарыстарға шықсақ дейді. Ал ол үшін бірқатар мәселелерді шешу қажет. Мәселен, спорттық киімді сатып алу. Ол да арзан тұрмайды. Ол форма берілуін беріп жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы, бізге 1000-ға жуық спортшылар бар. Мектеп бойынша, спорттың 5 түрі бойынша. Мүмкіншілігінше біз алып беріп жатырмыз. Жаңағы жағдайы жоқ семья көпбалалы ата-аналарға, соларға беріп жатырмыз. Мысалы, көмегімізбен. Ата-аналардың өздері де көмектесіп жатыр. Ал кейбір жарыстарда, мысалы, мәнерлеп сырғанау бөліміне келетін болсақ, оларға алатын комбинезондар, конькилер, термокостюмдер, олар қымбат тұрады, шынын айтқанда. Ал бізге мүмкіншілігіне алатын болсақ, бізде ондай 186 спортшы қатысады мәнерлеп сырғанау бөлімінде. Олар қазір бәріне алып беруге бізге жағдай жоқ. Мүмкіншілігінше жаңағы арзан конькиді біз алып беріп жатырмыз. Біздер мүмкіншілігі бойынша жаңағы сіздің айтқаныңыз дұрыс, олар білмейді келетті жағдайдың бәрін мына өкіметтің мектебі болғаннан кейін барлық жағдайды істеу керек дейді. Мысалы, біз мүмкіншілігінше жағдай істейміз, бірақ олардың сұранысы бойынша жаңағы айтылған нәрселерді біз оны алып беруге мүмкіншілігіміз жоқ.
Бұл қымбат спорт түрі. Сол себепті перзентіңізді спорттың бұл түріне алып келу алдын осыны ұмытпағайсыз. Нужно много льда и нужно взаимопонимание между всеми руководящими структурами. То есть у нас должна быть полностью возможность заниматься как минимум 15-20 часов в сутки. Тогда будут спортсмены. И 15-20 лет, чтобы вырастить действительно настоящего спортсмена. Это один из самых сложных и самых, наверное, трудозатратных, да, во всех отношениях видов спорта. Потому что это лед, а лед всегда был дорог. Наверное, все. Сөздің шындығына келсек, қалалық номер 8-ші спорт мектебі енді ғана тәй-тәй басып келеді. Дауласып, бір-біріне 100 жерден кінә таққанымен, мектеп мың баланың барлығына спорттық киім сатып алып беруге шамасы жетпейді. Оңтүстікте бапкерлер тым аз, ол ащы да болса шындық. Бірден әлем чемпионын тәрбиелеп, олимпиадаға жолдама жеңіп аламыз деп ешкімде жоспар құрмаған болатын. Ол үшін ондаған жылдар қажет. Ол да әші шындық. Мүмкін сол себепті аз ғана шыдамды болсақ. Айқайлап, кінәліні іздеп жүргенде балаларды ұмытып кетпесек болғаны. Өйткені ел намысын қорғайтын біз емес. Осы кішкене балақайлар. Ата-аналарға төзімділік тілеймін, ал билік басындағылар кішкентай чемпиондардың сенімін ақтар деген үмітте жоқ емес. Бүгінге осы. Келесі де қайта жүздескенше.